Сегодня я хочу зайти в гостиницу «Узбекистан», посмотреть, что там внутри. Вроде там был ремонт. Отель после реновации. Сам отель был построен в 1974 году. В такой форме книги находится. Ну, вернее, построен, прошу прощения. Посмотрим, что внутри. Уже в холле гостиницы, довольно-таки прохладно. Вот так вот выглядит гостиница. Посмотрим, что еще внутри есть там интересного. Как выглядит номера и так далее и тому подобное. И всю инфраструктуру я покажу вам. И спросим насчет ценовой категории. Так, это у нас стандартный номер. Сколько он квадратов? Я не знаю. Просто. Не в курсе, да? Ну, неважно. Можно посмотреть информацию. Так, вот у нас ванна. Я комната. Так вот выглядит. В номере есть сейф. И есть холодильник. Или какой он? Да, у нас 16 этажей здесь всего, да? Сейчас едем на 15 этаж. Там у нас что у нас? Какой номер? Да, вот комната 15-15 есть. Угу. Это у нас двухместный номер, стандарт или улучшенный? Да, улучшенный. Улучшенный, да? Слушайте, ну красиво здесь, да. Побольше обстановка. Да, здесь уже сейф, сейф получше. Отлично. У нас ресторан на 17 этаже с видом на Ташкент. Так все выглядит. Фитнес-зал, зал на 17 этаже, вот такой вот зал уютный с видом на тот же Ташкент. Можно заниматься и наблюдать. Еще один ресторан, это тоже на 17 этаже, да? А так он выглядит, ресторанчик. Здесь мило, уютно, прохладно. Что вот здесь айванчики есть. Айваны — это места, на которых сидят люди. Вот они, айваны. Достаточно. Кальян, нарды и так далее и тому подобное. На первом этаже у нас завтраки здесь происходят, проходят. Такой вот уютный большой зал. Так что вот так вот. Смотрел я отель «Узбекистан» внутри, что там есть. В принципе, конечно, так скажем, отель средненький, но опять же на любой бюджет. Вот такая вот территория здесь. В принципе, можно приехать. И единственный плюс, конечно, и самый большой, то, что в центре города находится. Можно гулять здесь, смотреть и так далее. Просто приезжайте, посмотрите.